Хочу вам рассказать, что меня зовут Сергей Кириллов. И я руководитель проекта под названием Шопин. Шопин — это платформа для электронной коммерции. Сейчас. Начнем. Я постараюсь кратенько, потому что немножко затянулось все, да, народ некоторые уже устал. Кто-то собирается вечером на концерт. Грегорича. Поехали. Где-то примерно 5 лет назад ко мне подошел друг и сказал: Сергей, у меня есть идея брать товар, давай откроем интернет-магазин. Я подумал, сказал: да, хорошо, давай, я за неделю сделаю движок, и можно будет начинать. Движок сделали примерно за 2 недели, магазин открылся где-то через месяц, но это, в общем-то, было только начало длинного пути, на котором мы набили много шишек и приобрели очень много опыта, который сейчас не очень полезен. Удивительно, но спустя 5 лет многие интернет-магазины открываются примерно так же. Берется какой-то бесплатный движок, Коммерс или что-нибудь такое. Вот. Устанавливается он на недавнем хостинге. И как бы считается, что это интернет-магазин. Но только потом приходит понимание, что, в общем-то, этого мало. То есть интернет-магазин, бесплатный интернет-движок, в нем часто не хватает необходимого функционала, который надо либо дополнительно дорабатывать, либо заказывать, либо самому что-то делать. Может нестабильно работать или вообще просто медленно работать. Медленно работающий магазин — это ужасно, потому что клиенты уходят в магазины, которые работают быстрее и так далее. Кроме того, на самом деле интернет-магазин — это, то есть витрина интернет-магазина — это всего лишь айсберг, верхушка айсберга, 10%, 15% может быть от всего магазина. Интернет-магазин, хороший интернет-магазин — это более фундаментальная система, это управление складскими запасами, управление логистикой и так далее. То есть, как правило, бесплатные движки этого не предоставляют. Значит, что такое шопинг? Шопинг – это основа для вашего интернет-бизнеса. Шопинг позволяет недорого создать интернет-магазин, который достаточно качественный и будет удовлетворять всем вашим интересам. Недорого, то есть тарифные планы шопинга начинаются с 200 гривен в месяц. За эти деньги наш клиент может полностью забыть о том, что такое возня со скриптами, там, о том, почему у него магазин тормозит и так далее. Это стабильно, масштабируемо. Мы отвечаем полностью за работоспособность магазина, за то, чтобы он всегда был доступен для ваших клиентов, чтобы у них он открывался быстро, хорошо, качественно. И кроме того, самое главное — это то, что это позволяет сфокусироваться на продажах, собственно говоря, на самом магазине, то есть не на технической составляющей, вот, то есть на хостинге, там, почему не работает, а, собственно, на продажах. То есть продажи — это очень непростой сам по себе процесс, и поэтому отвлекаться от него не стоит. То есть фокус на главном, на продаже, на бизнесе, на маркетинге и так далее. Технические проблемы нужно оставить техническим специалистам. Тут у нас должно было быть демо, но его не будет, к сожалению, потому что у нас проблема с видео, но можно посмотреть на самом деле демо в интернете. В интернете по адресу shopin.ua можно зайти, создать магазин, смотреть, как он работает. Кроме того, там есть ссылка на наш блог, в котором, опять-таки, есть видео, которое должно было быть тут. А сейчас я могу показать вам пример, вот это так выглядит один из магазинов, созданных на базе нашей платформы. Это магазин skids.com.ua. Его представитель есть вот тут, Настя. Настя, можете встать, показаться. Она обещала всем, кто код скидки укажет в любой стартап, 7% скидки. Да? У кого есть дети или у кого-то есть друзья, у которых есть дети, можете обращаться. Вернемся к шопингу. Шопинг, кроме того, что это платформа как бы масштабируемая, гибкая, и которая позволяет сосредоточиться на первоочередной задачи, она достаточно интересная в плане технологическом. То есть мы постарались отойти от классического представления о том, что магазин, что такое интернет-магазин. То есть тут проговорилось докладчика перед этим, что Скоммерс, он как бы 10 лет назад уже был. Он, в общем-то, 10 лет назад был, он такой и остался. То есть время идет, как бы требования меняются, а он все такой же. Вот.
Мы стараемся делать это как бы по-новому, переосмысливая многие вещи. В частности, вот каталог у нас для навигации по каталогу используется кассетная навигация. Это означает, что клиент, ваш клиент, может выбрать товар, который ему нужен, из атрибутов, как бы, ну, кассетная навигация. То есть смысл в том, что клиент, выбирая интересующие его характеристики товара, постепенно уточняет, как бы, и остаются только те товары в поле области его, как бы, зрения, которые ему нужны. Кроме того, у нас есть интересная очень фишка, это OpenID для покупателя. То есть покупатели, клиенты вашего магазина, им не нужно регистрироваться в сотый раз в магазине для того, чтобы что-то купить. Они совершенно без проблем отправляют заказ и потом могут привязать его к своему OpenID аккаунту, зайти, то есть это либо Journal, Mail.ru, Яндекс, вообще кто угодно, то есть OpenID провайдер какой-то. Кроме того, в ближайших планах у нас это реализация складского учета, то есть в магазине будет полностью учитываться наличие товара, где, сколько, у каких поставщиков, как заказать и так далее. То есть система будет подсказывать, у кого можно заказать, когда заканчивается товар. И чуть дальше в планах финансовый учет. То есть мы стараемся построить полноценную ERP-систему и готовую интегрированную систему. Магазин, который, как бы, вам ничего не надо будет дальше отдельно искать, если вы можете создать и там видеть все, что происходит с вашим бизнесом. Куда двигаются товары, где сколько пришло, сколько ушло, откуда вы зарабатываете больше денег и так далее. Чем мы хотим от Review Startup? Мы хотим обратной связи по нашим проектам. Нам очень интересно, что вы о нем думаете. Интересны ваши свежие идеи, которые, может быть, у вас появились, и вы хотите с нами поделиться. Конечно, нам интересно просто, чтобы о нас знали, чтобы о нас говорили. Вот здесь вы журналисты, просто хотите на нас написать, пишите нам. Очень приятно. Спасибо за внимание, постарался кратенько. Давайте вопросы. Так що я правильно зрозумів, клієнт зв'язується з вами, оформлює платіжку і отримує, платить за якийсь хостинг, який йому кажете ви. І зовсім, давайте об'ясню. Рішення, як ми повністю хостинг, все. То есть человек заходить на сайт, я дуже жалко, що не було демо, там є інтернет. Давайте, може бути, я. Він швидко працює, ми зможемо, я не можу зробити. Как видите, тут есть большая кнопка зеленая «Создать магазин бесплатно». Вот. Магазин, который создается, 30 дней как бы абсолютно бесплатно, можно пользоваться, там, смотреть, как он работает и так далее, мы совершенно не берем за это деньги. Вот. Создать магазин там не очень быстро. Якщо користувач хоче якийсь свій дизайн, як це реалізується? Це реалізується достатньо просто. Там прямо в адмінці магазину є можливість вказати как бы, на базі HTML, там шаблонна система використовується. Тобто просто то загружається свої стилі, CSS, свій HTML, как бы, дизайн, шаблон. И реализуется. То есть вот магазин CSKids, у него вот мы разрабатывали дизайн, он не стандартный. У нас стандартная тема, она такая синенькая. Он совершенно не похож на нашу стандартную дизайн. Но можете зайти посмотреть. Вот приблизительно так создается магазин. То есть надо ввести всего лишь название, домен. По дефолту мы даем как бы, под домен, в домене shop.ua. Можно подключить свой домен с любой существующей, если он у вас есть, либо вы можете зарегистрировать его, даже вот это официально пока у нас в услугах не написано. Мы являемся реестрером нескольких регистраторов доменов. Мы стараемся обеспечить полный цикл услуг, все, что нужно человеку как бы, для того, чтобы открыть магазин и начать работать. Я не знаю, я могу зарегистрировать прямо в магазин. Кому интересно, подведите руку, пожалуйста, чтобы я знал. Можно снять это количество, давайте попробуем. Пока можете задавать вопросы. Сколько сейчас магазинов действующих?
Действующих магазинов пока не очень много, мы не очень активно продвигаемся. Как у нас то, что есть сейчас, это примерно 10-15-20% от того, что мы хотим как бы достичь. Да? И поэтому плюс как бы система молодая, да, она, мы считаем, она недостаточно готова как бы для вот, массового потребителя. Да? Поэтому мы не очень активно занимаемся рекламой. То есть у нас сейчас есть, скажем, там небольшая компания Woodwards. И, собственно говоря, вот мы выступаем на конференциях, просто рассказываем. Зарегистрированных магазинов 600-700, где-то так вот количество. Из них реально работающих меньше, но ну, есть. Можно потом лично побеседовать. Що ви робите з рішеннями, які вимагають підвищеної уваги? Так, наприклад, магазин з великою кількістю продуктів, одні малюнки до якого будуть займати дуже багато, відповідно, до якого можуть йти 200 запитів за хвилину і більше. Він вимагає якби більшого костюму? В принципі, так, да, але у нас как бы, ну, таких магазинів, якщо вони будуть, їх буде багато, да, скоріше всього, один, максимум два. Это достаточно легко решается. Мы как бы, ну, посчитали да, в среднем, сколько это нам будет обходиться. И это не проблема услышать такой магазин. Система у нас достаточно производительная, полностью как бы она кастомная, да, то есть это не какой-то готовый движок, он программированный. И она ну, позволяет очень много магазинов, скажем там, на достаточно среднем сервере опустить. Плюс она масштабируется под нагрузкой. Сейчас еще не совсем реализовано, но мы планируем поставить Amazon, есть Elastic Cloud, который позволяет использовать вычислительную мощность по необходимости. Мы планируем сделать там масштабирование. То есть если на ваш магазин вдруг у вас появляется какая-то там рекламная акция, я вас написал какое-то интересное там издание, да, вам приходит вместо 100 человек 5000 человек, то ваш магазин будет так же быстро работать, как он работал при старом. Как вы планируете работать с функциями платных рекламных подключать магазин? Интересный вопрос. То есть у нас одна из как бы. Мне сложно говорить из заявления. Одна из как бы фишек, которые мы предоставляем, как бы, да, мы стараемся интегрировать в свою систему все сервисы украинские, как бы, которые релевантны вот, для магазина. В частности, это касается систем оплат. С системами оплат есть тонкость. Как правило, там юридические особенности есть многие договорные, да. То есть то, что у вас, как владельца интернет-магазина, должен быть договор с владельцем платежной системы. Поэтому юридические вопросы сейчас вы можете решать напрямую, то есть заключить, скажем, договор с эквайрером, приватбанком и так далее. А технически все вопросы мы решаем. То есть вам всего лишь надо будет ввести ключи, которые они вам дадут в систему, и у вас появится эквайрер работающий. То есть технические вопросы мы все сейчас решаем, юридические пока вам. Но мы опять-таки можем помогать, давать контакты, нужные предложения. Мені цікаво, як ви ну, дуже багато сьогодні говорили за те, що треба зберігати актуальну інформацію, там зображення, синхронізація з внутрішніми базами ДНС чи якимись іншими бухгалтерськими системами, які можливо хтось не створює сам. Як ви синхронізуєте це? Тобто при вході в магазин ми можемо експортувати далі, чи ми маємо їх постійно вводити у камеру? Смотрите, у нас цель в тому, щоб. У нас цель в том, чтобы убрать необходимость приобретать 1С вообще человеку, в принципе, да, то есть как бы предприниматель, который начинающий, да, начинает только в интернете, скажем, с магазина, то есть если у него нет уже офлайнового бизнеса работающего, ему, собственно говоря, разбираться с 1С даже не всегда нужно. И мы хотим обеспечить как бы прозрачность, то есть речь идет не о налоговом учете или там каком-то еще, в первую очередь о управленческом учете, то есть для того, чтобы он сам понимал, что происходит у него в магазине. То есть мы хотим обеспечить ему как бы полностью онлайн-среду, как бы, где он может работать, вести свой бизнес. То есть ему не надо там отдельно вести какой-то 1С и так далее. В то же время для тех, у кого уже есть 1С, мы планируем сделать двустороннюю синхронизацию, то есть заказы будут приходить в 1С, с 1С можно загружать товар и так далее. Но пока я еще не сделал. Тобто на сьогоднішній день хвилі ціни вводять за вручну? Сейчас их можно загружать массово, то есть с файла с таблички в Excel можно создать, скажем, табличку, там артикул, название, ну, там все порядки уже. И она может автоматом загрузиться. Но пока как бы, для клиентов это недоступно, это можно сделать только через наш как бы, help desk, то есть обратиться к нам, сказать, вот табличка загрузить, и мы загрузим.
ближайшому будущем. І тоді останнє питання, що через Helpdesk, наскільки швидко ви будете обновлювати таблички, які приходять до вас? Ви говорите именно об обновлении цен, или вообще про собой? Обновлення обновление цен, цель как бы у нас сделать, опять-таки, чтобы это было автоматически, то есть можно подключить ваших поставщиков, да, то есть они вот там. То есть у нас как бы в других магазинах, да, у нас платформа как бы выросла из нашего опыта, как бы создания других магазинов. Там у нас реализована схема, когда приходят просто прайсы, да, от поставщиков на e-mail там, или как-то еще. Они автоматом загружаются в систему, пересчитываются цены, обновляется наличие и так далее. То есть тут у нас будет так же, сейчас просто вот еще не успели. Можно что-то так? Рахунок там, тобто є магазин, є всі транзакції, ну це якби трошки конфіденційна інформація для. Да, я з вами согласен. Інформація конфіденційна, в те ж время по ми заключаємо з вами договір, може бумажний, либо у нас є как бы, публічний договор оферти. Ми несемо відповідальність за сохранність цієї інформації і, в общем-то, в наших інтересах її сохранити. Если информация она важна, мы ее стараемся всеми силами сохранить, нам нужно. Потому что это вопрос доверия, и если как-то она куда-то уйдет, то это значит, что нам не задоверяют, и смысл тогда вообще не создавать у нас магазин. То есть для нас это важно, мы стараемся всеми силами. Ну, если один богатый, то где много купят? Где 20 людей используют на проекте? Сейчас над проектом 2,5 разработчика работают, так скажу. А я видел себе лицо. Пока нет, у нас как предпринимательная работа. Скажи, будь ласка, наскільки я розумію, це рішення підходить більше для початкових стартапів, які просто починають, ну, або там студентів бігу збудуватися. Мені цікаво, яким чином взагалі підходити до вас з клієнтами, яким потрібна якась кастомна розробка. Тобто, ну, знаючи з власного досвіду, там політ фантазії клієнтів може бути просто безграничний в плані тому, що які репорти генерити всередині магазина, які додаткові фічі дизайнів шукати і все решта. Як це робити, якщо у вас централізовано? Так, я з вами совершенно согласен, но в то же время как бы ми хотим обеспечить недорогое, но в то же время качественное решение, которое подходит большинству. Есть люди, которым это решение не подходит, да, действительно это так. То есть для них есть другие системы, которые можно там допиливать и так далее. То есть мы не говорим, что это подходит всем, мы говорим, что это подходит многим, и что эти многие как бы непотребности перекрываются на 99%. Еще вопрос? Ну, питание. Вы говорите про автоматичную выгрузку земли. Прайсів, так? Допустимо, а якщо в мене якісь продуктів буде, наприклад, акційна, це у вас розв'язано є технічно? Тобто я повинна буду до вас звертатися кожен раз, якщо в мене, наприклад, якась потвар впадає в акцію, знижену ціну, поки піднімаєте ціна, заховуються знижки, скидки, націнки. Ви зможете це все забувати. Зараз я вже говорив. Самостійно управляти магазином з цієї сторони, чи все-таки через вас? Ні. В конечном как бы, результате вы все сможете делать сами. То есть мы можем вам помогать, да, если вы не хотите этим заниматься. Опять-таки, сосредоточиться как бы, на более важных вещах. Да. Мы можем вести магазин, там, помогать, заниматься контентом. Но в целом вы все сможете делать сами. Ну или практически все. То есть то, что вы говорите, да, это вы сможете делать сами. А практически кинцевый результат, который вы могли... Это непростой вопрос, интимный, как говорил Дмитрий, да. Но я вот так себе в планах ставил, то есть это еще вот на достижение конечной цели, это учет как бы всего везде. Были ли у вас инвестиции? Мы пока развиваемся на свои инвестиции и в ближайшем будущем планируем. Питання, як ви баги фіксите, якщо у вас ну, створено там 20 магазинів вже реально живих і виник якийсь баг, відповідно, я так розумію, це... Фіксим бульстра. Але заходити на кожен магазин... Ні, нам не потрібно для цього заходити на кожен магазин. Тобто у вас якось централізовано відбувається? Так, у нас, во-первых, це как бы, в рамках єдиної системи, да? То есть, плюс у нас так називаємо zero downtime deployment, то есть ми можемо прямо в процесі перервати роботу магазину, обновити його і как бы, ну, все исправить. То есть магазин при этом ну, совершенно не замечає. Даже забежки никакой нет, как бы рабочего. Останнее питание. Да. Ну тут, в общем, не сидну, давайте. Потом, кто захочет, может зарегистрироваться, посмотреть. Вопрос.
Якщо питань немає, давайте подякуємо Сергію.